Крысота. Ну что, дайся. Куда? Вон туда, на ту башню. Чего? Матросы на руках, вместо физзарядки, а? Да пошел ты! Че, засал? Фигурист. Фигурист! Держись крепче. Все. Ты че, Валя? Навожу тут и стоп себе дома. Не дурак ли я? Что я тут делаю? Фу ты, напугал. Кость, а у тебя какие планы? Ты что думаешь о ЦСКА, о сборной? Чтоб один прекрасный день с канадцами сыграть. Усмотреть мир, показать себя. Что, хочешь прямо здесь об этом поговорить? У нас нет никаких перспектив. Нас выкинули на помойку, тебя и меня, как хлам, понимаешь? Ты что творишь, Валя? Ради этого 10 лет тренировок. Ради этого все мечты в дребезги. Убьемся! Сдохнуть гусь, чем игры сушить. И перед всякими козлами присмыкаться. Ты жить хочешь? Да! Так давай шевелиться, Гук. Давай шевелиться. Слезь! Я не убью! Устал сегодня. Погода, наверное, меняется. Антош Владимирович. Здрасте. Здрасте. Девочка телефон дала, да? Девочка хорошая, я видел. Только смотри, Валер. Не торопись. Выбирай с умом. Да что-то трудно, Анатолий Владимирович. С выбором в этой жизни. Я вот сижу и стоп себе думаю, не дурак ли я? О, ну-ну-ну. Валер, ты что, слушай, дай мне выпить немножко. Ну, конечно. Я так хотел, так мечтал. Мне во сне снилось, как мы сносим этих канадцев. А раз теперь так, то пускай уже ничего не будет. Вот и водка кончилась. Ну, пойдем. Я тут знаю одно место. Просто хочу покоя, Анатолий Владимирович. Это не сложно, Валер. Ты и так сделал больше, чем многие. Можешь отдохнуть. Анатолий Владимирович, что так холодно? Так это ж морг. Зачем? Морг. А как просил? Тихо, спокойно, никто не потревожит. Пригай, Харламов. Спокойно, Катька. Прежде. Кто тебе сказал? Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть. Я не еду в Канаду. При чем здесь Канада? Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград? Да ты жить должен. Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день. Твой номер 17. И его весь мир знает. Ты, короче, тут постой и стоп себе подумай. Посоветуйся вон с ребятами.